Всем привет, с вами Apple TM. Недавно на канале была распаковка нового iPhone 5s, а теперь давайте посмотрим на ништяки, которые мне пришли от партнерского магазина iok.com.ua. Это чехол и пленка на экран, ссылка на этот магазин смотрите в описании к этому видео, там нормальные цены и есть много чего интересного. Давайте начнем. Начнем, пожалуй, давайте с пленки. На канале будет отдельный эпизод, в котором я вам расскажу, как наклеивать пленку на экран iPhone, ну, iPod Touch, конечно же, iPad, как это все правильно сделать, чтобы не было никаких пузырьков и все в этом духе. То есть разберемся с пленкой мы с вами чуть позже. А вот, собственно говоря, чехол. Чехол в прозрачном варианте. То есть в последнее время я заметил тенденцию, что люди, покупая iPhone 5s, хотят именно намекнуть всем окружающим, что у вас именно iPhone 5s. И поэтому многие спрашивают, где взять нормальный прозрачный чехол. И, в общем-то, вот такое вот решение я выбрал. Спасибо партнерскому магазину iok.com.ua за предоставление такого вот пластикового с силиконовым ободком чехла, в который я сейчас вставлю свой iPhone 5s. Появляется в кадре iPhone 5s. Я уже отсканировал сюда отпечаток своего пальца. Теперь могу его разблокировать отпечатком пальца. Давайте теперь оденем чехол. Чехол сделан очень хорошо, засовывается все тоже очень. Так, давай. И есть, почти. И вошел. Все, просто идеально сел, задняя крышка видна, что это iPhone 5s цвета Space Gray. И давайте быстро пробежимся по кнопкам. Кнопка блокировки и разблокировки, все нормально работает и нажимается. Прибавить, избавить звука. Так, стоп, надо же разблокировать. Все тоже отлично работает. И есть доступ к переключателю бесшумного режима. То есть все кнопки и разъемы, все доступно, все работает. Отличный чехол. Спасибо, как я еще раз говорил, партнеры магазину iok.com.ua. Покупайте у них продукцию Apple и аксессуары для вашей продукции Apple. На этом все. С вами был Apple TM. Подписывайтесь на канал, если это впервые. Вас ждет еще много классных видео. Не забывайте о нашем информационном партнере яблок.com. Пока.